первое и самое главное в момент начала изменений – понять, насколько ты со своими идеями и определениями отличаешься от той среды, в которую ты пришел. И у тебя всегда есть два пути – ломать среду, понятно, да, заменяя людей. Второе – учить тех, кто есть, имплантируя туда тех агентов перемен, которые будут тебя понимать. После этого ты формулируешь те цели и задачи, которые организация хочет достичь, стратегию, ну, собственно, которая базируется и, собственно, которая потом декомпозируется в эти цели и задачи, и, как это ни странно, в большой государственной организации, миссию своего подразделения. Сформулировав миссию, декомпозировав это в стратегию и написав, соответственно, цели и задачи, ты смотришь, кто у тебя союзник на уровне твоих коллег. Не на уровне твоих подчиненных, кому ты дальше доносишь эту идею, на кого ты опираешься, да и чьими руками ты это делаешь, но на уровне твоих коллег. Потому что любые изменения в организации – это всегда коллективный труд. Не бывает такого, что есть один гений, который что-то меняет, и все остальные, которые смотрят, как это происходит. Особенно в банковской среде. Ну, впрочем, как, наверное, или в любой другой организации. Очень важно в момент формирования стратегии понять, на кого ты будешь опираться внизу, кто у тебя находится рядом вместе с тобой внутри организации, и, что не менее важно, донести цель своих изменений до того экзекьютив-спонсора, который стоит над тобой. Это твой руководитель. Отсутствие консенсуса в организации сломает любые изменения, если жестко настаивать на своей позиции. Хоть чучелом, хоть тушкой, но достигать консенсуса на разных уровнях организации. Вторая большая задача, которую я ставила перед собой вместе с командой, это создание единых инструментов для работы с клиентской информацией, для работы с массивом данных, прежде всего с тем, чтобы научить людей принимать решения, базируясь на аналитических данных. То есть, найдя агентов и зафиксировав то, что ты делаешь в виде blueprint roadmap, вот этих дорожных карт, по которым дальше эти изменения можно тиражировать внутри организации, ты начинаешь дальше делать стандартный классический процесс разворачивания, масштабирования своего проекта внутри организации. Нам нужно построить предсказуемые процессы, которые работают как часы не только для великих топ-400, но и для оставшихся 30 тысяч клиентов на территории Российской Федерации, с которыми мы хотим работать. А сделать это можно только двумя способами. Это процессы, которые отлажены, и продукты. А под всем под этим люди, которые заинтересованы в том, чтобы в определенный промежуток времени точно доставить услугу до своего потребителя. Сколково.